la Fédération de Russie. Russian Federation. Российская Федерация. Дорогие друзья, это большая радость. Это большое счастье. 13-е золото на домашних зимних Олимпийских играх. И самое отрадное для меня. Впервые с 1994 года за 20 лет мы, наконец, первые в общемедальном зачете. Ура! Эти замечательные две недели бобслисты, биатлонисты, лыжники, наши умницы, фигуристы подарили нам самые незабываемые эмоции. Здесь все было сделано для того, чтобы и спортсмены, и гости, и мы, болельщики, чувствовали себя превосходно, и мы болели за наших спортсменов. Мы кричали, мы делали все, чтобы они, несмотря на расстояние, на тысячи километров, чувствовали нашу с вами любовь и поддержку. В эти дни мы все вместе поняли, что мы одна страна, мы одна команда, и этим самым мы придали дополнительные силы нашим замечательным спортсменам. Мы впереди! Мы очередной раз показали, что мы умеем делать хорошо. Мы организовали самые замечательные, самые красивые, самые удобные зимние Олимпийские игры. Мы на них победили! Россия вперед! И мы очень надеемся, что наши паралимпийцы дадут повод также гордиться собой. Ну а читатели и зрители моего паблика, следите за новостями с Паралимпиады. Всегда ваш российский Дед Мороз. До встречи! Ура!